Приветствую, друзья, вас на канале ВВПлей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем прохождение игрушки под названием Soma. Это игрушка жанра Survival Horror от создателей таких шикарных игр, как Amnesia, Frictional Games, которая была выпущена в 2015 году, да, где-то в сентябре я ее проходил первый раз, помню, что была офигенная игрушка, вот 5 лет спустя. Много пофиксили там, посмотрим, что там у нас по игрушке, что вообще на к себе представляет в данной стадии, да, потому что, ну, давно она уже я не играл, но она стоит того, чтобы ее еще раз пройти. Так и в будущем, я думаю, мы пройдем еще и Амнезию. Так что, друзья, всем приятного просмотра, мы начинаем. Ну, начинаем мы новую игрушку. Дальше получается обычный режим, потому что другого нету, да. Чудовища могут вас убить, прилететь от них, чтобы выжить, как такое игра замок с самого начала. Ну, начнем играть такое, дружище, да. Перезаписать, да, перезапишем эту запись. Ну что ж, друзья, окунемся в мир хоррора, безумия и неожиданности, как говорится. Игрушка шикарная, друзья. Советую, кто не проходил, пройдите. Реальность это что? Это то, что не исчезает, когда мы не успел прочитать. Are you okay, Simon? Читать не буду. Oh, чтобы that's сохранить. Nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Атмосферу игры. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Сука, проснулся, такой пиздец, блин. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Mm-hmm. Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Итак. Нам надо найти... Так, мигает. Hey, Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Ну, проверим, или ты отослал имейл. Да, спасибо, что сейчас результат вашего исследования. Сканирование будет проведено в лаборатории ПСЭ в Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее с подсказанием времени сеанс трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Мунчи. Новые рецепты. Так, уважаемый, это лекарство. Ага. Oh, I forgot to hit send. Ты не отправил ему, бля. Отправить. Вы уверены, что хотите отправить? Да, отправить. О, better late than never. Конечно. Так, дальше, короче, что? Ну, полазим, посмотрим, что здесь у нас есть. Where did I put the tracer fluid? Так, карта разума, Альберт Эйзенкшен. Так, трудно по анатомии человеческого мозга. Положительно отмечены критиками за доступные содержания. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Вы знаете, как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнить с компьютером, а также множество других увлекательных фактов. В этом издании включены две совершенно новые главы о развитии мозга и его влияние на наше поведение на разных этапах жизни. Ну, интересно. Что еще у нас? Так, нам надо найти лекарство. Мышь, так... Хукед. На крючке Робин МакКоннелл. Маркет, Дайана, Миллер наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру и над Вайкики стало заходить солнце, Рай, Марка и
Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывает тысяча тонких струн, вышедшие из глубин океана. Кричащий от ужаса пловцов медленно затягивает в темную бездну, а вместе с ним в плен жутких щупалец попадает и их 7-летний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Ну и какая-то игра, блядь, по большому счету. Ладно, нам, а что на... А, там что-то еще мигало, да, у нас? Смотри, тут что-то мигало у нас еще, да? Реклама, опять же. Massive Recall, мощная отдача. Джон Хью, коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге. Однажды его жизнь круто меняется, он встречает Эмбер, таинственную иностранку, которая держит в плену триада Золотого Дракона. Приготовьтесь к запрещенным приемам, ведь герою предстоит сразиться с триадой полиции, даже с сверхъестественными силами, откуда это из-под земли. Продать мощная дача, ясно. То есть что ты тут, я кричишь? Ну это консоль. Так, где наше лекарство? Так, блокнотик. Октобер. Что-то какая-то пчелка, блядь, что-то нарисовано, непонятно. Спрой поправить любимое. Так, что тут еще мигает? Пись. А, ну ты начал... А я там пассе, блядь, почитал. Песок, нахуй. Мук, книжки. Ну это вот, это есть, которые... Короче, получается, смысл в том, что мы попали в аварию. У нас наша Сьюзан, она умерла. Ну, она умерла из-за того, что она не могла просто прожить с таким травмом, которые несопоставимы в жизни были, короче. У нас какая-то... непоправимая мозговая травма, и мы умираем понемножку. Так, где наше лекарство? Вот, да, о том, что пишется, что, что, блядь, Эшли... Эшли, блядь, Сьюзан, блядь, Эшли. Леди Саймон получил сильные увечья и продолжительное обративное повреждение мозга, да. Так, а где наше лекарство? Японские анимации, второе, ясно. Да закройся, где наш лекарство, ты запарил? Значит, около тумбочки, по-любому будет около тумбочки надо. Нет? Может здесь? Нету. Бля, тоже нету, что за... Так, я что-то не понял. Ну я где-то должно быть здесь. Не могу ничего делать, блядь, где лекарство странное? Ладно. Ладно. Так, имейл мы отослали, отослали. Может, в ванной, блин? Ну, нету ванной, блядь. Ну, что за... Так, может быть, где-то здесь? Может, в холодильнике? Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. Это из-за так, письма какие-то. Ладно. There it is. О, во. Так, ну пей. Так, друзья, ну видео камеру настроил, как я мог. Пароль вроде бы нормальный, краски более-менее нормальные, все отлично. Если что, блядь, здесь какие-то другие советики, конечно, отправить в комментиках под этого дела. Ладно, поехали, короче, мы уже выпили, да? Взял, выбросил на пол бутылку. Ты что, охерел? Я, ладно, понял. Лучше бы не трогал. Ладно, поехали. О, здравствуй. Мистер Блэк, как в этом, как в фильме, люди в черном, вот.
А ты свинья, бля, подняла бутылку, выбросила мусор, и вот же, бля, написано, блин. Козлина. Здравствуйте, блондиночка. Джесси, гримуар. Джесси. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, блин, это пиздец. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a voting booth. All a big setup. Чё, чувствуем лицом, блядь, а? Пиздец, ты просто страшный. Ну, ладно. Что нас ожидает? А мы сейчас будем в больнице, походу, да? Мы в больницу уже ехали. На скан мозга. Друзья, 5 лет прошло, я уже много чего не помню, могу что-то забыть. Блять, вот мы пришли в пустое, блядь, помещение, свет. Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Ну, я тоже думал, блядь, вот смотри, как получается, да? This is the place, right? Must be. Позвоним Мончи, блядь. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. Телефон выключен. That's okay. I can figure this out. Это нормально, конечно, блядь. Ладно, имейлы. О, компьютер. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон, Джерд, у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук в стойке администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Привет, Пол. Я поговорил с Пассе. Пассе, блядь? Прям как, блядь, антидопинговая организация. Насчет того, чтобы воспользоваться... Поботой над этой неделей мне удалось заборонить сканировать завтрашнего утра пьяницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Как и, блядь, стойка администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах. А если вдруг у них расписание появится окно, сможем тут уже получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать с автора кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет какой-нибудь, и у нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно, Дэвид. Черновик, блядь. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам то, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже... поговорил с профессором Уэем, чтобы он поступил за наш проект, и мне наконец-то соединились с какой-то шишкой из юридического отдела ПСЭ. ПСЭ, блядь, ПСЭ, ну, любит ПСЭ у меня, которая помогла заново дать нам допуск в лабораторию. Не запрещено указывать код почти смс, так что я отправлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы забудем. Так, где записка? Тут нигде не кликли, да? Так, блокнотик. 2501. Окей. 2501, запомним. Это что? Не, конечно, не буду что-то читать. Если не интересно, то нажмите на паузу, прочитайте. Очень долго. Что там был? 2501, да? 2501, да, блин, куриная память. 2501. Нормально музыка проиграла. Закроем дверь. Некуда для лишним посторонним лазить. Что здесь? Закрыто. Аптечка не кликабельна. Что здесь? Закрыто. А здесь... Компьютеры, и ничего покликать можно. Бля, шприц нахуй. Скани мозга. Это что, вроде бы серверная, да? Лаборатория. Ладно, поехали отсюда. Так, 364. О, здорово, пацан. О! Oh, hi! Didn't hear you come in.
Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Да, блин, что, покликать ничего нельзя? Нет, можно сесть и просто уже заняться делом. Ау. Секундочку, все. Я иногда посмотрю налево, то бишь на ваш направо, и за, я смотрю за картинкой, или все нормально работает. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Охуенный прикольчик вообще. А что тут чиз, блядь? Ну да, потому что фотография позарядена. Нормально меня тут вставило. Ой. Извиняюсь, друзья. На улице ночь. Блин, я записываю, что спать захотелось мне. Извиняюсь, это не повторится, я думаю. Hello? В будущем, может, получается, что тут будет довольно напряжено. Это ж хоррор. Survival, как говорится, да? Ой, я, блядь, что-то простыл еще, пиздец. Did something go wrong? Да вставай, на. Так, у меня есть ноги, руки, вы видели, да? Ноги, руки у меня все есть, все нормально. This isn't funny! Ой-ой-ой. Что-то мне колбасит. How did I get here? Авторизировано откройте терминал со службой служебной консоли. Окей. Служебный консоль, чтобы получить доступ, ставьте Omni инструмент. Ага, я помню. Ясно. Что мы дальше можем сделать? А, может люк? Нет. Может стекло можно выебать, а? Посмотри. Может это поднять? Давай на кресло, например. Ну. О, давай. Да, блядь, ты издеваешься, салага. Неплохо. Спейс. Так, тут ничего у нас нету. А, вот что они почему, да. Сохранялочка врубилась. Туалетики. Здесь что толковое? Нихера нет толкового. Дверь закрылась. Это что? Data буферовый лейбл. О. Это что происходит? Да, вот того, что мы появились здесь. Ты телепат, ёпта мать, блядь, как ты это сделал? Home state of mind, да, дом это где, я понял. Как противная жижа, блядь. Ничего здесь нету, да, ничего нету. О, шкафчик, может что-то здесь есть. Нихера.
А это там что у нас там? Что это? А, расчёс. И там закрыто. Ангар машин. Здравствуйте. Здравствуйте, что-нибудь полезное? Нет. Нет, ничего полезного. Ой, блядь. Идет. Что, блядь, за наростки такие, да, главное? Воу, воу. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? Что за звук? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Сука, блядь, кто? Тут идет ко мне? Надо было какую-то канистру наступить, дебил. Так. Какой след, блядь, масляный. А-а-а. Кто-то, блядь, тут был. Это привычка, чтобы, блядь, наклоняться вместе с камерой, блядь, сука, блядь, бесит. Ладно, это еще, блядь, с времен Дэнди, когда играли, блядь, когда с джойстиком наберешь, так, блядь, наклоняешься и так далее, и тому подобное. Знаете, начну вот так, тихонечко, медленным сапом пойду погуляю. Сервис стейшн, техобслуживание. Компьютерные, ничего не можно покликать. Блять, сука, ебать, напугало меня нахуй. Блять, извиняюсь, друзья, блять, аж передёрнуло, сука, не могу, блять. Иди нахуй, блять. Сука. Такой в напряге, так уже ты, блять, в напряге гуляешь, что-то тебе на следующий году гадость вырубают. Там рязь. Так, так, что за помехи, блядь? Ну, в приседочку лучше лезть, да? Здесь этот ток не шванет. Нормально. Ничего кликнуть не можно. Блять, это дверь какая-то. Здесь тоже закрыто. Блять, все-таки надо туда идти, где там у меня трясло экран. Да пока что. Мне кажется, это было сигналом, то, что у нас там робот какой-то рядом. Давайте проверим. Все, собрались?
Мы не пугаемся, блядь, все нахуй, нехуй, блядь, тут мы же готовы. Давай, давай, блядь. Блять, я же говорю, что не пугаемся, нахуй, сука, блять. Сука, сука, сука. Ушел? Больше не ребит, значит, его нету, да? Громко, блядь. А как он отсюда, блин, туда выбрался? А, по шахте, понял. А чё здесь нет уже? Что за звуки, блядь? Инструмент. А, ну вот то, что нам нужно для допуска. Это есть, да? Да. Да, это он есть. Короче, значит, возвращаться, походу, да? Обратно туда, к этому, откуда мы пришли. Не, я вот лучше, блядь, на корточках. Да ну нахуй, мне говорится. Красно надо что-то было открыть. Я думаю, что его сейчас здесь не будет. Там свет был, там был свет. Не спрятались весь палево. Да чуть, блин, веб-камера рябит по контуру этого кресла. Галима. Он ушел? Да, он ушел. Его здесь нету. Видите, там свет у него был, горел. Так его можно запалить на. По крайней мере, в темных помещениях. Сука, блядь, спокойно, ну. Где я был? Я был здесь. Да, я был здесь, окей. Так, отлично. Service console Epsilon 3, including pilot seat, activated. Epsilon. Это мы сейчас здесь находимся. Так, название устройства запрещено. Время системы осталось 13 дней. Время системы 13 дней. Ой, нет, обратно вернись. Прогресс. Кэш, это график с устройства демонстрации. Сегодня сканер, утилизация Дэн Мишо. Я понял, он не инструмент. Управляющий чип нет у нас. Подожди, что там было? Так. Ваш мини-инструмент находится в критическом состоянии, но в нем лицо управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к на ладоночному набору, а значит вам не нахватит права, чтобы обкинуть станцию. Чтобы установить право доступа, вам установить чип и запуститься процедуру обновления. Окей. Энцефалочип. Блять, энцефалочип. Ебать название. Сейчас вас обслуживает стандартный строительный искусственный интеллект, помощник Джейн. При получении эффективного интернета будет отключен, а появится интернет, мне будет да, тоже надо обновить. Открыть ящик для чипов. О. Могу еще один? Конечно. Энцефалочип, значит, получается, да? Нет. Управляющий чип? А это специальная процедура обновления, да, обновить. Обновление кодов доступа. Toolchip security cipher updated. Что за ориентация? Мы там не были. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knock down the whole place with some virus.
whatever the hell I'm doing over there. Almost Epsilon. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Ну и тебе, дорогой человек, удачи. О, перечень, что за перечень? Перечень просто костюмы. Пилотичный. Один окей, два, второй окей, загрязнение. Используется. Включение все костюмы Хаймацу хранятся на станции Омикрон. Хаймацу, блядь, что это за китайцы? Опять китайцы, блядь. Они, наверное, блядь, атомную бомбу скинули или, блядь, кого-нибудь, не знаю, что-то там скинули на нас, и все, тут, блядь, катастрофа какая-то. Ну ладно, пошли дальше. Надеюсь, что нас на кнопку тут не зацапает. Спокойно. Никого нету. Пока что. Это только буяне так. Как-то не очень осторожно. А, ну пойдем в шлюз. Шлюз. У нас же есть сейчас этот аппарат. Что за ублюдок там, блядь, носится? Тихо, блядь, спокойно. Там все закрыто. Нахуй, валим отсюда. Тихонечко, я прям тут за жопу не цепанул нам. Закройся нахуй. Ой, красотень, блядь, мы оказались под водой. Посмотрите, друзья, мы под водой. Ну, это понятно, да, я помню, что еще под водой это все дело. Короче, буфер данных. Словно и не было здесь Армагеддона. А что за Маргеддон, блять, Армагеддон? Я не помню, друзья, напомните мне. Какие-то мутанты, блять. Большие рыбы какие-то, бля, очень. Листокула, мол, такая маленькая, просто такой большой. Это пиздец. Они вернулись, все в черном геле. Теперь бедные рыбы. Кто вернулся, блять? Это разлом. Чё-то, блядь, чё-то тут неладное. Ладно, пошли дальше. Тут можно что-то сделать еще? Нет. Окей. Так, сохранялочка, блядь, не нравится мне это, блядь.
Сука, вот именно щит, блять. Это, походу, хилка была, да? What was that? It doesn't hurt anymore. Да ты нихуя себе, бля, ты куда в какую-то дырочку, блядь, перепальчик засунул, тебе ничего не больно уже. Охуенно тебе. Там нахуй. Там закрыто. От этого надо избавиться. Раздражает. Так, сохранялочка, хорошо. Ну, значит, мы идем на правильном пути. Здравствуйте. Есть кто дома? Тут что-то за провода, блядь, торчат. Ой, я уронил себя. Ты же какая-то фу, гадость. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его вот здесь на НИО. Проблема в черном инженеру инженера протекшего чела. Hey, can you hear me? Эу, подруга. Со мной. Ой, мисс, извините, я убил робота, блять. Ну, excuse me, блин, ну что мне делать, ты со мной не разговаривала? Вот это получила. Бесстыжая железяка. С нежным голосом женским, как говорится, да? Так. Что здесь? Ручной порядок загрузки. Ручной порядок загрузки, ясно. Давай, нажимаем. О, а, так просто. Двери открываются. Какие двери? А. У нас
сказать, здесь термоэлектростанция, походу, да? Если не ошибаюсь, да? Ну да. Так, что здесь? О! Лямбда. Лямбда. Лямбда? Да, лямбда. О! What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Твою мать. Нам дверь открылась, по крайней мере. Ух ты, блядь. Что, ядро земли, блядь? Структура повреждения, внутренний корпус, многочисленные бреши в секторах А, Д, Г, Е, Х, база внутренних комплекс, небольшая перфорация, защитная оболочка зоны, улицы, броня на ныне, все заперты, шасси док заперт, система работает. Ладно, погнали. Система работает, работает, все хорошо. Сохранялка, блядь, что это? Так, проще, высокое давление. Так, тут дверцы. Ясно. Сука, блядь. Что за звуки, блядь? Опа, там свет. Ну нахуй. Ой, ты какой красавчик, блядь. Бля, если мы тихонько обойдем, у нас будет нормально? Оттуда пришел, значит, там не будет никакого ухода. Идем наверх, блядь. Дай бог, что я иду правильно. Все хорошо. Пронесло нас, блядь, на этот раз. Значит, мы правильно пошли. Так, дальше. Он сюда не заберется. Нахуй, значит, он там передвигается, блядь, на крышу. О! Здрасте. Запустим разблокировки продоблести на терминале. На терминале нахуй? А может я сюда? А, да, откуда я знаю ID, не знаю никакого ID. Это системная Эпсилон, надо кого-то найти, там какой-то базар, там что-то чувак там разговаривает. Что у нас здесь? А, вы здесь.
Центр связи, электростанция, администрация. Окей. Книжка какая-то. Еще рисунки. Какой-то Капитан Немо, блядь. Курит какую-то трубку, блядь, что? Бадис. Что у нас здесь? Какой-то воркшоп. Please rebuild the workstation if the problem... Какие-то проблемы с этим... А я могу что-то здесь сделать? Оу, воу, воу, воу. Нашел. Нашел на него. Минус уши, блядь. Бежи! Беги, вернее. Ой, как-то там электричным так пиздануло. А ну да, ну видно, вот. Этого и завалили на. Ничего больше полезного здесь нету. Что-то полезное можно найти. Нихуя не можно полезно найти. Только куча мусора перебрал. Робот, ты разговариваешь со мной? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semkin. Wrangler. Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. What's wrong with your everything? Did you go diving in sewage? Are you human? Did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, I'm just gonna be, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields, and that's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but... Nah, pretty far-fetched. It's a business. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. If you see any others, just let them know where I am. Так что это, блин? Надо это нам рвануть нахуй. No! О, извини, чувак. Зато у нас есть сейчас допуск. А, не, он это допуск. А, там еще дверь мы не проверили. Ладно, пусть он помучается.
God, he's dead? He's dead. Карл, вот это ж, блядь. 0722. Вот этот Карл, блядь. Это какой-то выход там вода течет, не подойду. Я не буду открывать это. Идите в жопу. Там страшно. Там закрыт. 0722. У нас есть номер. Почта. Отправим уровень питания. Регулятор потока. Так, почта, персонал. Вот это диспетчер гем. Карл, назначение Эпсилон, площадка управления. Я понял. Там еще один компьютер был, да? Ноль. Статус. Максимальная мощность 60 мегаватт, уровень производства 60%, 630 герц напряжения, 690 ватт. Окей, ждал событий. Перегорение теплового экрана. Перегорение от турбины, нарушение колонны потока. Лямбда, отключение электростанции, лямбда, отключение электростанции, омикс, патрона и патрона, чё отключённый по части электродельта. Вывод энергии. Так, это год, да, 2094, и потом хуяк, все это все вниз и пиздец. Ясно. Так, что здесь за дверь? Есть тут дома? Так, тут свет горит. Краткое видение в ЦЦРВ-7. Черный ящик. Черный ящик — это процедурный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе Патуса 2. Чтобы станция могла обеспечить вам необходимую рабочую остановку, устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции в автоинъектору, для которого вы можете уверенно, что... Так, автоинъектор. А есть сам автоинъектор? Что? А каска нахер. А где автоинъектор? Ясно. Нихуя не ясно. О, блядь, тут что-то можно было врубить, а я тут и бых. Автоинъектор, может быть, нам надо что-то не навряжено. Нихуя ты тут шумишь, блядь. Ладно, черт с ним. Нет ничего толкового. Так, это мы проверили. Даже сбегаем туда, посмотрим, что там у нас. Там вода течет до сих пор. Скафандр, наверное. Опа, стопэ. От этого не ходит. Мы переклеили эпсилон, чтобы никто не мог помещать работать. Что произошло с Карлом, не моя вина. Конечно. Опа. 0735. 0735, пошли. Опаньки, сейчас пойдем, подожди. 0735. 0735. 0735.
735. Почта. Ни хера нету. Ну то же самое, да, у нее ничего. Блин, надо куда-то записать. Подожди, 0735 0735 0722. Ну, нам пригодится. Ладно, пойдем, там еще была дверь открыта. Пока там мучается дверь. Внимание, мы не нагрузили систему для предела. Если вы вернетесь за этот рычаг, пути назад не будет. Делать это только при крайней необходимости. Проходи мимо, блядь. Ух ты, что такое случилось, блядь? Звуки ебать. Опять, сука, проломит дверь. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы. Восстановить файлы. Восстановить. Восстановить. Данная часть установлена. Слушаем. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the ball check. Ясно. Chelsea, are they going for an e-medic, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys, I'm Peter Stress, doing dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Jonesy, have a safe trip. Hey, hello, Theta? Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hey, what's happening? It's still the same plan, right?
Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That's what I like to hear. Протекает все, давай похилимся, да? Или зарядимся, блядь, не знаю. Северная Америка, Выжи океан, Африка, Европа. Последний контакт 10 января 2001-2003 года. Ебать, сообщение Йонг, все офисы закрываются и все эвакуируются. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам в надвигающем апокалипсисе. Блять, что за апокалипсис, блять, не помню, друзья, напомните мне, пожалуйста. Сообщение. Очередной доклад о оборудованным мерам. Последнее усиление морговых суставов по предыдущему выполнению определенной удачи. Значит, Полтос-3 должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Временного восстановления. Так, значит, как-то точно метеорит упал у нас. Я с печалью вытянул то, что наш офис закрывается и больше не может поддержать работу Эпсилона и Патоса-2. Хочу сказать, это и возможность, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника, Джейси Данамс и весь основной коллектив. У вас потрясающая группа, и я уверен, что там, где потепление неудачи, вы продолжите наше дело, не страшась трудностей. Искренне ваш директор системы Джейс Боулум. Кадис отключен. Угу. Йонси, не знаю, что у вас гораздо больше шансов вылететь, но зато у нас место в первом ряду. Я понял. Я понял, не дурак, что это такое. Связь с Лумар прервана, требуется ввод данных вручную. О, блядь. Лям... Нам сюда, да? 2, 2, 0, 3. Лямбда. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. О, здравствуйте. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? Ooh, I mean, no. What is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? Эта тварь идет ко мне. No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Oh. Откуда мне? Shit! Shit! Блять. Shit! Where do I? Where should I? Oh, fuck! Я в каком-то нахуй роботе, блядь. А, в костюме, может быть, какой-то там хитром этом. О, кликаем. Мне вроде бы нормально движение эластичное рук, все остальное. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы закончим сегодняшнее прохождение этого дополнения. Где-то около час, да, час с копейками получается ролик. Если вам понравилось видео, конечно, друзья, поставьте
лайкосик, подпишитесь на каналчик, да, оставляйте комментарии под этим видео. Не перебивай меня даже, блядь, ламда ты на. Оставляйте комментики по поводу игрушки под этим видеосиком. Есть какие-то советики, опять же, или рекомендации, как это, что пройти. И насчет этого Армагеддона, что случилось, я, блядь, не помню. Напишите в комментах. Так что большое вам спасибо за ваше внимание. Будем проходить эту игрушку дальше. На этом мы сегодня закончим, друзья. Всего вам хорошего и до встречи, друзья. Пока-пока.